Еще криминальная хроника. Сегодня в Центральном районном суде Омска вынесли приговор электрику строительной компании. 23-летнего Александра Челединова осудили сразу по двум статьям. Кража сотового телефона и попытка угона автомобиля. Кто задержал злоумышленника, почему ему так и не удалось уехать к любимой на чужой машине? Об этом расскажут мои коллеги в программе «Жесть». Она выходит по будням в 18:50 и в 19:50.